В качестве доказательства музыкант опубликовал снимок с Ани Лорак и Филиппом Киркоровым. Не секрет, что многие звезды российского шоу-бизнеса в открытую конфликтуют друг с другом, постоянно обмениваясь колкостями. Между тем, известный музыкант Сергей Лазарев на своей страничке в социальной сети Instagram заявил, что в шоу-бизнесе все-таки возможна дружба между популярными артистами. В качестве примера он привел свои отношения с певицей Ани Лорак и поп-королем Филиппом Киркоровым. Больше по теме Сергей Лазарев оказался поклонником Спанч Боба. Певец сделал фото у стены с нарисованным любимым персонажем. «Дружба в шоу-бизнесе существует. Наглядный пример. Люблю вас, мои друзья», — заявил Лазарев на совместном снимке, сделанном в Майами. Сейчас звезды проводят там свой отпуск. Красивая Лорак. Не обязательно даже надевать бикини и корячиться в шпагате. Дружба – ценный ресурс для человека. Топалов и Тодоренко тоже когда-то твердили, что они просто друзья. Дорожите этой дружбой и каждым моментом, проведенным вместе. Будьте счастливы. Настоящая дружба – это большая редкость. А в шоу-бизнесе тем более, не только в шоу, так что вы счастливчик. Заметили в комментариях пользователи?